четверг в Самарской области без осадков. Переменная облачность. Температура днем плюс 21, ночью плюс 15. Ветер восточный 5-7 метров в секунду. В Сызрани днем пасмурно, плюс 20. К вечеру плюс 13. Ветер восточный 5 метров в секунду. В Тольятти днем облачно, плюс 21. Ночью плюс 13. Ветер восточный 5-7 метров в секунду. В Самаре днем переменная облачность, без осадков, плюс 22. К вечеру плюс 13. Ветер восточный 2,5 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 50%. Малая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.